Внедорожник едва не ушел под воду в Акмолинской области. Водитель пытался проехать по затопленной дороге, но внезапно машина провалилась. Одни очевидцы снимали происходящее на камеру, другие попытались оказать помощь. Автомобиль вытащили из воды с помощью экскаватора. Как отметили в областном акимате, водитель внедорожника пошел на риск, чтобы доставить хлеб в село Караузек. Автовладельцу обещают оказать помощь в восстановлении транспорта.